Нимнаганам ятха ганга деванам аччито ятха вайшнаванам ятха самбху пурананам туидам бхагаватам Нимнаганам ятха ганга деванам аччито ятха вайшнаванам ятха самбху пурананам туидам бхагаватам Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада told, when I don't like to see anything, when my eyes don't like to see anything, Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, когда мои уши и глаза не хотят видеть и слышать ничего материального, когда моя речь не хочет говорить ничего материального, то тогда и только тогда вопрос Харибаджана может прийти или также может не прийти. Поскольку если мы стремимся к материальному наслаждению, тогда мы не сможем прийти в соприкосновение с духовным миром. Шрила Прабхупад говорит, что если мои глаза, они уже не хотят смотреть ничего материального, уши не хотят слушать ничего материального, если моя речь не хочет говорить ничего материального, я имею в виду, они полностью отреклись, ушли от материального наслаждения, то тогда вопрос Кришна-бхаджана может возникнуть. Иначе это практически невозможно совершать Кришна-бхаджан. Я уже много раз говорил, что обязанность ачарьи — это давать полную защиту Сиддханте. Не упрощать и как-то искажать систему, а именно защищать Сиддханту. И обязанность гуру — это наставлять учеников на правильный путь, ругать их. Это обязанность гурудева — ругать учеников, вести их должным путем. И это обязанность гурудева. Даже в нити-шастрах, не в Бхагавад-дхарме, не в таких высоких писаниях, а просто в обычных нити-шастрах мы это тоже находим там. То, что вот такие слова. И вот в этих нити-шастрах даются такие советы, а мы, к сожалению, человечество настолько деградировало, что даже не могут следовать нити-шастрам, что говорить о том, как обрести абсолютную истину, если мы... То есть наш баджан, он для того, чтобы достичь абсолютной истины, абсолютным образом, не наполовину, не частично, а полностью, мы совершаем свой баджан, чтобы абсолютным образом обрести абсолютную истину. Но далеко не все могут, кто-то 5%, кто-то 10%, кто-то вообще ничего. И если кто-то принимает прибежище у ложного, то это очень опасно. И в нити-шастрах говорится, что когда ваш сын, ребенок только до пяти лет, его нужно, не нужно его ругать. И после того, как он 5 лет кончилось, началось, и вот с 5 до 10 нужно его воспитывать, ругать, если потребуется. Если мы не сможем его воспитать должным образом, то этот сын в дальнейшем он перестанет его уважать, отца. И это называется любовью. Если мы воспитываем детей должным образом, вот особенно с 5 до 10, вот, а когда ребенку исполняется 16 лет, то нужно действовать уже как друг с ним. Можно что-то обсуждать о нем, но давать какие-то наставления, но не давить на него, чтобы он следовал вашим наставлениям, поскольку
16 лет, значит, у него уже какое-то чувство собственного достоинства есть, и он просто не будет следовать всему, что ему сказать. И вот говорится, когда отец очень жестко контролирует отца, это хорошо. Сына, отец контролирует сына, это хорошо. Это хорошее качество. А отца, если он его воспитывает вот в этом возрасте, до 16. И вот человек Кешава Госвами Махарадж говорил, что те, кто хотят стать отцом и матерью, они должны научиться от идеальных родителей, чтобы они сами стали идеальными родителями. Иначе, если просто отцы и матери как животные рожают детей, то это естественно, что у них такие люди, подобные животным, рождаются. Это естественно. В Бхагаватам говорятся такие слова, Двипады что-то. Вот эти вот слова. Выглядит, что у человека два... А, то есть Бхагаватам говорится то, что несмотря, что у кого-то две руки и две ноги, то они все равно могут быть животными. И такая Сиддханта в Бхагаватам приводится, и гуру Вайшнавы, они помогают нам своими советами, иногда очень жестко говорят, но кто-то не понимает этого, говорят, что те вайшнавы, которые иногда говорят жестко, то у них нет вайшнаваты, но кто мы такие, чтобы говорить так о этих вайшнавах, что, например, Шрила Шанта Госвами Махарадж, он не вайшнав, или Кешава Госвами Махарадж не вайшнав. А вайшнав, тот, кто позволяет все делать и очень сладко говорит, это не признак вайшнаваты. Мы не можем оставить это суждение, кто вайшнав, а кто не вайшнав. Мы не можем это способность судить, дать какой-то обусловленной душе, которая всегда находится под влиянием тама и раджа-гуны. И это игра Кали. И в Кали-югу. И вот в Кали-югу происходит такое, что что происходит так, что те, кто принимает отреченные, если некоторые люди, которые принимают отреченный уклад жизни, чтобы просто на показ, но сами не достигли ничего этого, просто принимают отреченный уклад жизни для сбора денег и прочего, прочих преимуществ, и требуют у других, чтобы они из-за того, что они носят одежду отреченных, давали им какие-то пожертвования, поклонялись им и прочее. И то есть некоторые люди с качествами шудра, они так принимают отреченные одежды, и для них так проще жить, но это не цель отреченного уклада жизни. И те, кто недостойны быть гуру, они становятся гуру. Вот от Хирупа, вот это шлока говорится про них. То есть то, что недостойные становятся гуру иногда. Вот здесь утамасанам, значит, в ясасанам в этой шлоке.
И вот и Джива Госвами Пад сказал, что если мы вообще следуем Гаудия Матху, мы должны следовать этому. И я в тот день говорил, что просто благодаря запаху, просто запаху Гаудия Матха не может быть никакой опасности, но опасность там. А в чем? То, что у нас нет даже запаха связи с Гаудия Матхом. И в этом опасность. Некоторые показывают, что они из Гауди Матха, но на самом деле у них нет никакой связи с Гауди Матхом, а следуют каким-то своим принципам и правилам, и поэтому опасность приходит, и в этом проблема. Дармам бхакшанти адхармагья адхируру уттамасанам. Адхармагья, those are not going to... Адхармагья, те, кто не следует даже какой-то обычной дхарме, что говорить о Бхагавад-дхарме. В тот день я говорил, вы можете вспомнить, и дальше Махарадж тоже будет говорить об этом, что до тех пор мы не возвысимся до нейтрального уровня, то какая-то какое-то пристрастие может быть в нас, и до тех пор, пока у нас есть какое-то пристрастие к хорошему, плохому или еще каким-то таким двойственным факторам, мы не можем по-настоящему следовать Бхагавад-дхарме. Конечно, мы можем одурачить людей, просто читая шлоки из Бхагавата, но это не то. И что толку от этого? Но по-настоящему мы не сможем прикоснуться к Бхагавад-дхарме. И в этом суть. Адхармагья, то есть те, кто не следует даже обычной какой-то дхарме, мирской дхарме или самсар-дхарме, или еще каким-то обычным дхармам, обычным материальным дхармам, что говорить об абсолюте. Дхарма значит, если это слово дхарма в Бхагаватам, то это то, что описывается в Бхагаватам, это Бхагавад-дхарма, а другие, как шарир-дхарма, самсара-дхарма, какие-то обычные дхармы. И вот так что иногда происходит, что какие-то недостойные люди, они сидят на Вьясас, они дают наставление другим. Но Джива Госвами Пад говорит, что мы должны позволить быть на Вьясас не только настоящим преданным, те, кто, у кого нет никакого лицемерия в сердце. И можно вспомнить Гокарна Махарадж, когда он давал совет своему отцу Атмадеву. Вы спрашиваете меня, как избавиться от этой материальной обусловленности, как обрести абсолютное благо. О, отец, вы спрашиваете меня, я вынужден ответить, что вы должны следовать Бхагавад-дхарме, и нет никаких компромиссов этому. И что же делать? Лока-дхарма значит обычная дхарма, шарир-дхарма, или ману-дхарма, или самаш-дхарма, или еще какая-то. Мы должны оставить это просто внешне, и в один из дней я могу обсудить Рамананда Самвад. Там видно, что Махапрабху говорит, что это внешнее, говори, скажи что-то лучшее, если что-то более возвышенное. И Рай Рамананда продолжает, и Махапрабху говорит, нет, выше и выше, если еще нечто лучшее. Но это не значит, что мы можем стать сахаджиями и оставить этот пошаговый, постепенный путь.
и сразу прыгнуть наверх. Это нет, не так. И только сахаджи так могут делать. У них нет никакого чувства, просто какая-то сухая философия. Но Махапрабху здесь говорил «эхо-варджа аги кахуар». Это он говорил, но иногда происходит, что какие-то люди, у которых нет чувства, нет баджана, они пропускают эти важные ступени на пути баджана. И вот Махарадж раньше говорил, что имитация к ничему хорошему не приводит, она очень опасна. И вот Гугарна, он дал наставление своему отцу абсолютным образом. И вот он сказал, чтобы тот оставил все свои материальные надежды. И Джива Госвами Пад что говорит? Что мы должны допускать к Вьясасане только таких чистых людей, а те, чьи сердца осквернены, то если такие люди оказываются на Вьясасане, их осквернение, и говорят какие-то лекции, то их осквернение, оно предастся нам. И поэтому в Падмапуране в одной из шлок говорится: что змея, например, если она прикасается к молоку, оно становится ядовитым. И поэтому Бхагавад-дхарму Шрила Прабхупад снова и снова говорил, что мы должны слушать Бхагавад-катху из должного источника, от достойных личностей. А некоторые люди настолько глупы, что они не понимают этого. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, он снова и снова предупреждал нас, что мы должны слушать эту Харикатху, Бхагаватхатху из должного источника, иначе он никакой ответственности за это не несет, какие-то за все проблемы, которые могут возникнуть в вашей жизни от слушания такой ложной Бхагаватхатхи. И вот я хочу рассказать об одном случае. Джива Госвами Пад говорит: бхакта, те, кто говорят Бхагавад-катху, их два вида. Есть сарага и нирага. Сараг – значит тот, кто говорит со всем осквернением, со всей надеждой получить что-то от аудитории, какое-то почтение или какие-то деньги, или еще что-то. То есть некоторые говорят Харикатху только с надеждой что-то получить от аудитории. И вот Махарадж говорит, если его спросят, что он вообще не любит, что это Махарадж может сказать, что не любит говорить Харикатху перед какими-то глупыми людьми. И этот Махарадж вообще не любит. И вот есть два вида. Те, кто говорят Харикатху, первые, те, кто ожидают что-то получить взамен, и другие, которые не надеются ничего получить, и не говорят ради Верховного Господа для служения Ему. И об этой шлоке я буду говорить, когда Брама говорил Харикатху Нараде, он предупредил, о Нарада, ты должен говорить это так, чтобы не было никакого осквернения в обществе. You have to speak this way. Be careful, Nara.
ты должен говорить так. Если ты будешь использовать эту Бхагавад-катху, парамантру для того, чтобы обрести какое-то почтение и уважение в мире, то очень скоро ты станешь Джагат-гуру, но вскоре Майя Деви, она скинет тебя с этого места, и ты и твои ученики окажутся в аду. И поэтому Брахмаджи, он предупреждает народу, чтобы он был осторожен и говорил так, чтобы никакого осквернения не возникало. Но сейчас, к сожалению, происходит не так. И сколько видов дживахимсы, насилия над живыми существами есть. И Махарадж в дальнейшем будет говорить об этом. Нужно напомнить, если он забудет. И вот сколько видов дживахимсы есть. Вы думаете, что если физически кого-то ударить, то это дживахимса, это насилие над живыми существами. Если кто-то что-то ворует у кого-то, или кто-то обманывает кого-то, это тоже, конечно, дживахимса, но самая наивысшая дживахимса, насилие над живыми существами, это не говорить об абсолютной истине. И те глупые люди, они заняты своим телом. Шрила Прабхупад, только Шрила Прабхупад. Только он и только он, только Гаудия Матха может говорить об этом, и никто иной. Гаудия Матха – это мой отец, мать, и мой Верховный Господь. Мне не нужен Верховный Господь, мне нужен Гаудия Матха. Я готов умереть ради Гаудия Матха, ради Гаудия Миссии. И это есть Гаудия Миссия, только Гаудия Матха, он может сказать так. И что? И что это то, что... Что дживахимса, только Шрила Прабхупад может сказать так во всей Вселенной. До сегодняшнего дня я не видел никого подобного Шриле Прабхупаде. Тот, кто мог говорить так, как он, без всякого... без всякого страха. What benefit you are going to get out of that? What loss I am going to get out of that? Okay. И вот Шрила Прабхупад говорит, физическое насилие – это просто насилие над телом. И что кто-то кого-то как-то при какие-то беспокойства приносит телесные, но душа находится в каждом теле. И если какой-то ачарья не говорит об абсолютной истине, то он самый такой худший из тех, кто совершает насилие над живыми существами. Шрила Прабхупад говорит об этом. Если он кто-то хочет скрыть абсолютную истину, говорит очень сладко, чтобы обрести популярность только, то это самое худшее из насилия над живыми существами дживахимса. И вот Джива Госвамипад, он говорит, что есть два вида. Те, кто говорят харикатху, те, кто с оскверненным сердцем и ожидая получить что-то взамен от публики, а другие, те, кто говорят только ради Верховного Господа, для того, чтобы спасти своих слушателей и такого состояния. Я могу примером привести не историю, а факт. И вот один отец очень болен, настолько болен, что уже собирался умереть, и этот сын своего отца, он очень сильно любил, он нашел лучшего доктора,
пришел к нему домой и начал молить его, чтобы он пришел и помог как-то его отцу. Его доктор спросил, что там случилось уже полночь, тут вот отец умирает, и я могу заплатить любую сумму, которую вы скажете. И вот и вот они, в общем, собрались с доктором, пришли к этому отцу. Доктор, этот сын сказал, вот предыдущий доктор оттуда вот, так сделали, а этот новый доктор сказал, что неправильно, они его лечили, нужно по-другому лечить, вот другие лекарства принимать. И после этого этот сын сказал: так, смотрите, вот это лекарство лучше было, которое раньше было, вы почему поменяли все? И доктор разгневался, сказал: кто доктор, ты или я? Я, как я вам 500 рупий заплатил, а вы тут не слушаетесь меня. А доктор сказал, что несмотря на то, что вы мне заплатили, вы еще и должны следовать тому, что я говорю. А не я должен следовать то, что вы хотите сделать. Я же доктор, а не вы. И вот в этом нашем обществе такая же история. Гуру, если гуру, он хочет получить какие-то блага от материальных людей, своих учеников, это зовется дживахимсы. Если вы, например, дадите мне какие-то пожертвования, то я все равно буду говорить то, о чем я говорю. Я должен исполнять свои обязанности. И не надо ограничивать настоящий гуру и вайшнавов. Если вы хотите ограничить гуру, вайшнавов и Бхагавана, то вы сами обречены на смерть. Будьте осторожны. И вот о ком это шлока? О одном великом ачарье в этой вселенной, его имя Вайшнаванам Ядашамбу. Он, Махарадж, говорит о нем. И Нарада, и Шанкар Бхагаван, они наилучшие из двух ачарий в этом мире. Они всегда действуют как ачарьи, но Шива Татва, Шанкар Татва очень запутана и сложна. У нас есть стопроцентная возможность неправильно понять Шива Татву. Если мы не будем следовать чистому гуру вайшнавам, то мы не сможем понять Шива Татву. И как это понять? Как, если мы хотим понять что-то о каком-то возвышенном вайшнаве, как о Шиле Бхактисиддханте Сарасвати или Шри Кешава Госвами Махараджа, какой же простейший путь? И вот простейший путь в том, чтобы нужно найти, кто получил милость этого вайшнава. И если вы достаточно разумны, вы будете делать так, не будете как сумасшедшие бегать здесь и там, а подумайте, что нужно обнаружить того, кто получил полную милость этого вайшнава. И нужно подойти к той личности и служить ему. И после этого он, когда станет доволен вашим служением, то он может рассказать о славе своего Гурудева. И после этого, поскольку он будет говорить о своем чувстве, то, что он осознал. И вот если мы будем служить тому вайшнаву, то тогда он может помочь нам осознать гуру-татву, положение нашего гурудева Вани Сварупы, его учение. И вот чтобы понять что-то о Шанкар-татве, мы должны
прийти к Нараде Махараджа. Мы должны прийти к Нараде, к Гуру Варге, к Шиле Бхактину Такуру, к Шиле Прабхупаде, те, кто получили полную милость Шанкар Бхагавана. Бхави Бхаваньярана Падапанкаджам Бхаваапахам Дабхабхавамишкарам Бхакти Суалам Бхавита Бхутабхаварам Бхаваапахам Дабхабхавамишкарам. Это шлока из пятой песни Шримад Бхагаватам. И значение таково, что Шанкар из Шанкара Бхагаван, он здесь также находится. И Шанкара Татва, она очень запутана. Я уже говорил, что в форме Садашива Татвы он находится на Вайкунтхе. Он не отличен от Вайкунтхи, этот Садашива. Он Вайкунтха Татва. Садашива, он там. И о Шанкаре Бхагаване в Брахма Самхите можно найти такие шлоки. И вот в этой шлоке о нем. И вот в этой шлоке описывается его слава и смысл в том, что подобно тому, как молоко. Там какие-то бактерии молочные в этом молоке, и это молоко благодаря может стать йогуртом. Или простоквашей, кефиром. Откуда йогурт происходит? Из молока. Причины и следствия. И вот в науке это такие основные, основная теория причины и следствия. Причина должна быть, иначе не может быть последствия этой причины. Каджо карун бад. In Vedanta Sutta also use this term. Anyway, now point is that. Веданта Сутре тоже эти термины используются. И вот, если вообще мы получаем йогурт из молока, то молоко должно быть. Иначе откуда йогурт получится, если нет молока? Но все же йогурт это не молоко. Мы знаем, что из молока, несомненно, йогурт получается. Но если мы хотим назад из йогурта сделать молоко, то это невозможно. То есть йогурт, если молоко заквасилось, то оно уже молоком опять не станет. Как, что бы мы ни делали, этого не случится. Но, несомненно, это молоко, но в форме йогурта. И также аналогия это приводится в этой шлоке. И что значит эта шлока? Этот пример. Он очень прекрасен, но мы должны понять, что Шамбху, он исходит из Верховного Господа, да. И вот Шамбху Шива, он изошел из Верховного Господа, но это не значит, что этот Шива опять может стать Кришной. Это невозможно. Хотя мы знаем, что он произошел от Верховного Господа. Но опять стать Кришной он не может. А Брахма-таттва — это другая таттва, это всегда джива-таттва. И иногда только очень и очень редко так случается.
что если во всей Вселенной нет достойной дживы, которая достойна была бы занять пост Брахмы. Поскольку, чтобы стать Брахмой, нужно 100 рождений следовать Варнашрама Дхарме научно, идеально, без ошибок. И вот те, кто следует Варнашрама Дхарме полностью, они могут стать Брахмой без всяких ошибок во всех 100 жизнях. И в этом случае такой человек может стать Брахмой, может занять пост Брахмы. Если во всей Брахманде нету такой дживы, которая может занять пост Брахмы, то тогда Господь, Он сам становится Брахмой, чтобы помочь в творении. И в этом случае он называется Хиранья Гарбха Брахма, который равен Верховному Господу, но в форме Брахмы. Но Шанкар Бхагаван, он всегда происходит от Верховного Господа. Чтобы говорить о Шанкар-татве, нужно месяцы за месяцами, о его милости, о его лилах. Это очень прекрасная и обширная тема, я кратко скажу об этом. И вот Шанкар-татва, она очень запутана. Шанкар-татва — это не джива-татва. И в то же самое время мы должны думать о том, что Кайлаш-пати Шанкар, он изошел из того Садашива. В этом материальном мире Деви И вот эта шлока из Брахма Самхиты говорится, что это зовется Деви Дама. Многие привлекательные вещи, как, подобно магнитам, они влекут нас, и очень сложно следовать Брахмачари, но возможно. Если вы получите полную милость Садгуру, я не говорю это Сиддханту. Рагхунатх Дас Гасай говорит об этом. Вожделение может напасть нас в любой момент, и мы должны молиться, звать Гуру Вайшнава, Шрилу Прабхупаду, Бхактивину Такуру, чтобы они спасли нас, Дживу Госвами, Рупу Госвами, Санатану. И тогда вы можете обрести результат. Но не все могут молиться должным образом. И поэтому попадают какие-то проблемы. И мы должны взывать к именам Гуру Вайшнавов и молить их о помощи. Кто же наш враг? Вы ваш собственный враг. Многие ищут врагов снаружи, но как есть такая духовная мафия, они всегда ищут своих врагов снаружи, но главный враг человека, он сам себе враг. Но Баладев, он защищает всех. Баладев, он полностью защищает меня. И вот если мы находимся под защитой Баладева, то или под защитой своего Гурудева, или силы Кешава Госвами Махараджа, то никто не может причинить никакого вреда никакими средствами. И вот мы должны иметь веру в это, в то, что Абсолют, если мы говорим об Абсолюте, то этот Абсолют защитит меня. Это его обязанность. Если я посвятил свою жизнь абсолютной истине, то этот Абсолют, он снизойдет и защитит меня, если нужно. Шрила Прабхупада говорит об этом.
что он не боится никаких обществ в этом мире, никого. И вот смотрите, это Девидама, Махешдама и все высшие миры, Брахма, это обитель Брахмы, до обители Брахмы можем достичь, и там дальше река Вироджа. И это река Вираджа, это граница между материальным и трансцендентным миром, и вы должны принять омовение в этой реке. Если вы не примите омовение, то та пыль, материальная пыль, она останется у вас. Мы иногда моемся каким-то мылом, но этого мало, но мы должны мыться в водах Вираджи, и тогда мы полностью очистимся благодаря этому омовению и сможем возвышаться дальше. Там будет сияние безличного брахмана, мы должны превзойти его, и там мы встретимся, попадем на Садашивалоку, о которой я уже говорил в тот день, на день явления Адвайта Гасая, и что я говорил. О Адвайта Татве я уже говорил, то, что Адвайта Татва, она не отлична от Махавишну. Тот, кто не, он не отличен от Махавишну, он Садашива, он предоставляет все материальные эти составляющие, как чтобы построить мост, например, нам кирпичи нужны, цемент, железо и прочее, прочее. И вот Садашива, так он предоставляет все эти материальные составляющие для творения. Мы слышали, что когда и вот в этой шлоке говорится, что это Махавишну Джагаткарта. И вот этот Махавишну, вдыхая, он вся Брахмандана в него входит. И когда он выдыхает, то Брахмандана исходит из него. И это продолжительность его вдоха и выдоха настолько велика, что миллиарды лет проходит за это время, и куда эти материальные миры все пропадают и появляются опять. И это, в этом и есть вопрос. И все внутрь Махавишну входит в тонкой форме. Солнце, Луны и прочие планеты, все вселенные, они в тонком виде входят в Махавишну. И как это может быть невозможным, если он Верховный Господь? Почему это не может быть возможным? Если я могу с давлением, под давлением низкой температуры, можно воздух или кислород сжижить, при большом давлении и низкой температуре можно газ превратить в воду. И также из, как вода, например, может быть в жидкой форме, в твердой, и в газообразной. И таким образом, если немножко подумать, если мы будем знать немножко такую науку материальную,
И вот есть теория о массе и плотности. То есть чем выше плотность, тем выше масса, соответственно. И наоборот. И вот что я хочу сказать. Масса и объем, он, это все пропорционально связано. И если мы хотим уменьшить объем, то плотность, она, естественно, увеличится. Если скажу, что весь мир можно сжать до какой-то точки, то кто-то может сказать, что невозможно. Это возможно, если... Если взять и увеличить плотность этой земли до бесконечности, то и получится, что она займет малое количество объема, станет буквально точкой. И пример могу привести. Вот если кому-то дать такой предмет, такой величины, кто-то сможет сказать, что может это перенести, но если это будет такой объем ртути, которая очень плотна, вроде она небольшой объем занимает, но поднять невозможно. И если кого-то спросить, то разумный человек спросит, что именно ему хотят дать, а просто опираться на объем не будет. И после этого вопрос возникает, что если этот объем и плотность взаимосвязаны, то вся Вселенная по милости Верховного Господа и по Его воле, она может сжаться до такого малого объема, и нет ничего невозможного для Верховного Господа, и поэтому он может сжать ее. Если мы отправимся на какую-то другую планету, если оттуда посмотреть на этот мир, то увидим, что он очень мал. Что весь этот, вся наша планета, если смотреть на нее откуда-то очень издалека, то она очень мала. И кто мы на самом деле? В сравнении со Вселенной, если у нас нет чувства в нашем сердце, как я могу, как можно передать это чувство кому-то, что такое говорить харикатху? Это не какая-то актерская игра, а это передача чувства моего сердца в вашем. Если мой Гурудев не может вложить свое чувство в мое сердце, если я не полностью предался Гурудеву, то тогда это... И вот есть две проблемы. Это почему не может произойти, либо мы не предались полностью, либо Гурудев не настоящий. И я, если это все, эти все условия удовлетворены, если наш Гуру по-настоящему могущественный саду, и мы полностью предались ему, то его чувство, его сердце, оно явится в нас. И вот если изучать лилу Расикананды Прабху, этот Расикананда, он дал указание одному своему ученику, который был ученик ученика, его ученика. И вот он сказал, что нужно дать харинаму вот какому-то человеку.
Если Расикананда Прабху, он не был бы полностью уверен, что моя сила, она, мое чувство, оно течет через вот эту преемственность, то он не был бы настолько глуп, чтобы сказать так. И поэтому мы должны быть осторожны и внимательны. Гуру Парампара должна быть совершенна. И это Гуру Парампара. Она приходит к нам через этот наставнический канал, через Браму и Шанкара, Агамы и Вигама. И вот мы так должны возвыситься до Садашивы. И я еще хочу сказать, что Садашив, он предоставляет все составляющие для творения, как паук, он свою паутину он как создает, так и поедает ее. И вот когда он создал свою сеть, то потом он ее и поедает. И если в материальном мире есть такой пример пауков, то почему это не применимо к Садашиве, который произошел от Верховного Господа? Садашива может сделать то же самое. И поэтому много раз я говорил, уже еще раз повторю. Что все указывает на Верховного Господа. Вот даже в этом санскрите этих семь падежей, они все связаны с, и указывают на Верховного Господа, кем, когда, где, как и прочее, все, где, кем, как. И все прочее, оно все указывает на Верховного Господа. Верховный Господь, он ради себя. И это творение, оно для него, для его лилы. Оно не для нашего блага, это творение. Но мы иногда ошибаемся и думаем, что все это для нас сделано. И это одно из обусловленностей, почему мы так думаем. Все, что мы видим, все, что мы чувствуем, мы должны думать, что это все, это все предметы его лилы. Они предметы нашего наслаждения. И это творение, оно ради него создано им, и это совершенно. И мы не можем ломать эту сиддханту, и таким образом Садашива, он помогает в творении. И если я буду говорить о этой Шива-таттве, она очень прекрасна. Но мы должны терпеть и слушать, и ждать, и слушать. И мы день за днем мы должны слушать Харикатху. И таким образом в Илаврита Аварши есть Шанкар. Какой Шанкар? Представитель того Шанкара, его экспансии Садашива на Кайлаше. Кайлашив — это не полное проявление. Обычные люди, они неправильно понимают, они думают, что Шанкар, он живет в каких-то крематориях, мажется пеплом, и гирлянды у него из всяких из этих черепов и костей, какой-то бесполезный. И поэтому материальный дакша, который полностью был материален, этот Праджапати дакша, он очень был горд. Он и вот этот дакша был настолько материалистичен, что был вынужден совершить оскорбление лотосным стопам такого великого вайшнава, как Шива. Он был настолько слеп, что не мог видеть славу Шанкара и оскорбил его.
И вот открыто перед всеми он оскорбил этого Шанкара и сказал, что я вынужден выдать свою дочь замуж за эту обезьяну. И живешь, а ты живешь в крематории, не может никакой чистоты поддерживаешь, не моешься там и прочее. И как он посмел так оскорбить Шанкара? Шанкара ничего не ответил. Если вы хотите проверить какого-то вайшнава, вы можете его обругать, а он ничего не ответит вам. Но если что-то будете говорить о Гурваге, о его Гурудеве или наставнические преемственности, то тогда он вам покажется, кто есть кто. И вот Шрила Прабхупада говорит, что это признак вайшнава. Гневаться на... Если мы увидим, что кто-то оскорбляет какого-то вайшнава, это наша обязанность проучить его. Вайшнавизм не значит просто смотреть на это и молчать. Это не то. И вот этот... Только такой материальный человек, как Дакша, мог оскорбить Шиву. И материалисты, они поклоняются Шиве, чтобы обрести какое-то благо. Просят разные вещи у него. Даже приходит иногда со списком, что им надо. И вот у Шанкара так некоторые прям с большим списком желаний приходят, говорят, что мы тебе предлагаем воду Ганги, молоко, цветы, листья, вот давай исполняй наши желания. И такие люди, они подобные торговцам, которые потратят 10 рупий на поклонение и ожидают как минимум 100 получить взамен. А на пути баджана, если мы будем использовать эти принципы, то майя, она скинет нас с пути на любом положении, причем это может случиться. Если мы будем относиться как торговец к баджану, то майя, она скинет нас с этого пути баджана. И таким образом Шанкар Бхагаван, он обманывает людей, дает им то, что они просят. Однажды я привожу такой пример, как если взять пример какого-то честного полицейского, конечно, не всегда это случается, что полицейские честные, но если взять такой пример честных полицейских, которые не берут взятки, и вот не должно быть никакой политики взяток на пути образования, вот, полицейском и военном деле и на пути баджана. Это всякая политика там запрещена, но если так кто-то этому не следует, то плохие результаты возникают. И вы, если вы сами все получаете плоды своей кармы. И вот Шанкар Бхагаван, он обманывает людей, исполняя их желания. И Шанкар Бхагаван, все думают, те глупые люди думают, что Шанкар Бхагаван курит коноплю и прочее. И тоже подражают ему, но нет, Шанкар такого не делает. Какие-то люди поклоняются Шанкару вином и ганджой.
думает, что он это принимает, но это не так. Шива, он отвечает за тамагуну, и как, например, если мы работаем этим дворником, то одеваться должны как дворник. Вот так и Шива, соответственно. Если он отвечает за тамагуну, то он и одевается так, и ведет иногда себя таким образом. Ну, как, например, полицейские, они ходят в одежде полицейских, и также Шанка внешне, он носит внешние эти атрибуты тамагуны, чтобы обмануть неискренних людей. А если вы получите милость Гуру Вайшнавов, то тогда вы поймете великолепие Шанкара, его превосходство. Даже Нарада, он тоже Ачарья, Бхакти Ачарья, но он воспевает славу Шанкара. И вот люди просят какие-то материальные блага у Шанкара, и он исполняет их. Но если Шанкара по-настоящему дарует нам свою милость, то он не будет исполнять наши материальные желания, как прачеты. Когда прачеты совершали баджан, Шанкара вышел из озера с этим своим барабаном, и эти Будды и привидения, они рядом были с ним. И прачеты увидели его, и Шанкара Бхагаван, он рассказал всю Бхагаватату Вигьяну им. Это в Рудрагите описывается. И благодаря этой Рудрагите они достигли успеха. Шанкар, он лучший из ачарий, он даровал им Тату Вигьяну. Но Шанкара Бхагаван обманул Врикасуру, Шакуринандан, в Бхагаватам его история приводится. И вот этот Врикасуру, он просил какое-то благословение у Шивы. И вот в Кедар-кшетре, в Гималаях, этот Врикасур совершал свои аскезы, не ел, не пил долгое время. Даже когда Шанкара не пришел, он сам взял, он отрезал что-то от своего тела и бросил в огонь. И Шанкара, он очень милостив, и он увидел это, пришел. Одно из его имен Ашутош, тот, кого легко удовлетворить, даже кто-то просто каплю воды подносит Шиве, то Шива очень доволен. И вот после этого Шанкара Бхагаван явился и сказал: «Шаку, не надо, зачем ты убиваешь себя? Остановись, чего ты хочешь? Я могу исполнить твое желание». И что он сказал? Есть люди, которые хитрые, как вороны, и а еще можно видеть на пути баджан, тут здесь очень хитрые люди, а потом попадают в очень плачевное положение. И вот очень хитрые люди, которые иногда занимаются политикой, потом очень плачевное состояние попадают. И вот этот Шакунинандан, он очень хитер был и сказал: «О, Шива, я хочу благословение от тебя получить. Если я помещу мою руку на чью-то голову, он умрет, хочу этого». Шива подумал: не слышал о таком благословении. Какое благо, что ты от этого получишь? Он сказал, что не твое дело, давай благословляй. И
Вот, ну, Шиве делать нечего было, или хорошо, говорит, да, благословляя. И Шанкара Бхагаван. И вот тогда этот Шакунинадан, он хотел поместить руку на голову Шанкара, а Шанкар начал убегать от него. Гуру Махарадж, он говорил о... что некоторые ученики развивают качество, чтобы убить Гурудева. И вот Шрила Пурим Госвами Махарадж, он так говорил часто. И вот этот Асу хотел убить Шанкара так, и он пытался убежать от него и думал, что же делать, думал о Кришне, как, чтобы Кришна спас его от этого демона. И вот Верховный Господь, поскольку Шива лучший из преданных Господа, Шанкара Бхагаван не признает это, конечно, но по факту является лучшим из вайшнавов. И Шива говорит, что почти я лучший из преданных Господа, почему он дал мне обязанность, ответственность за Тамагуну. Но Бхагаван Шри Кришна очень любит Шиву, если посмотреть, где вот Радакунди, там куда, Кундишварма, Махадев, где-то рядом Бутешвар, там Чаклешвар, Рангешвар, в Бхуванешваре Махадев, и во всех, где Кришна есть, там Шива везде. Он подобен охраннику его дамы, и вот он получил милость Кришны. А как понять, что мы получили милость от Шрилы Прабхупады или от Шрилы Гурудева? Это то, что они даровали нам служение. Guru Bhargava is going to give me opportunity. Well, that's it, you can understand this way. So, Shankara Bhagavan... И вот Шанкара Бхагаван, он... Прабху, Махапрабху, Джаганнатха, Кришна. Он получил полную милость от Махапрабху Шри Кришны Чайтаньи. И вот он молился Господу, что он в великой проблеме. И что же делать? A little problem, not little problem. Little, a little, the little. You have to learn. И вот на английском обычная проблема. Ну, то есть, в зависимости от артикля, величина проблемы определяется. И вот он принял прибежище у Кришны, и Кришна явился в форме маленького мальчика брахмана и сказал: «О, Шакхинадан, куда бежишь? Не отвлекай меня, нет, остановись, ты настолько прекрасен. А ты тут, куда ты бежишь, зачем? Нету времени разговаривать, вот бегу, расскажи, в чем проблема, может, я хотя мало, но могу помочь тебе». И вот он сказал: «Вот этот человек меня благословил, и когда я хотел проверить его благословение, на нем же он убегает». И мальчик сказал: «Ты знаешь, что он сумасшедший, живет в крематории, не моется и прочее. Зачем же ты за ним бегаешь зря?» То он вообще обманщик. Что, правда? Да, да. Все знают, что все эти привидения и прочие за ним следуют, это его друзья. Вот, действительно, я не подумал об этом. У тебя ж, почему же ты на своей голове не проверишь его благословение? Зачем ты за ним бегаешь? И вот он поместил руку на свою голову и тут же умер. И таким образом, и так, сеть Майя, кто-то приходит к Хари Бхаджану, но из-за влияния Майи, она... Майя не позволяет нам достичь нашей цели. Кто-то приходит с решимостью совершать Кришна-бхаджан, но Майя, она
привлекает нас по дороге, и мы увлекаемся от нашего пути. И это обязанность Шанкара и его жены, они недостаточно искренних людей сводят с пути бхакти. А те, кто по-настоящему искренне, они помогают им. И таким образом Шанкар Бхагаван, он лучший из ачари. Хотя он женат, но все же Читракету, он хотел проверить его. Он брат в боге Шанкара, Кайлашпати. Шанкар Бхагаван получил дикшу от Санкаршана, и он тоже от Санкаршана, и вот они, братья-боги, могут шутить друг с другом иногда. А Деви, жена Шивы, очень разгневалась. И вот поскольку вот она, Шива, он говорил Харикатху с Гьяна Мудрой, и его жена сидела у него на колене, и он этот Читракету сделал замечание, что жену надо убрать с колена. И поскольку ты ачарья, весь мир смотрит на тебя, это Деви. Его жена очень разгневалась, кто ты вообще такой, чтобы сделать замечание моему мужу, и прокляла его, чтобы он стал демоном. И Читракету, он снизошел с своей колесницы и сказал: «О, Деви, я не буду молиться тебе, чтобы ты забрала назад свое проклятие. Это, возможно, случилось по милости Кришны, что ты прокляла меня, и хорошо, я приму его». И вот он выразил почтение Деви и ушел. И Шанкар Бхагаван сказал: «Ты почему так разгневалась? Он мой брат Боги, он может шутить со мной. Я не разгневался, почему ты гневаешься?» И Деви сказала, а Шанкар Бхагаван сказал, что он тоже может проклясть тебя. У него есть способность проклясть тебя, но он не проклинает. И это вайшнавы могут быть бесконечно милостивыми и все прощающими. Какова красота этого кукушки? Красиво, благодаря своему голосу. В Нити Шастраха описывается это, что красота кукушки в ее очарующем голосе. Красота женщины в ее служении мужу, в ее целомудрии, не внешняя красота, а поскольку внешняя красота сегодня, завтра кончится, а верность мужу останется, и татвагьяни не смотрят на это, они думают о последующих результатах. И вот красота кукушки в ее голосе, красота женщины в верности мужу. И какие-то ученые, вот как Сократ, например, он выглядел ужасно, но его сердце было прекрасно. И Видьясагар тоже говорил, что он очень плохо выглядит. Это был великий индийский ученый Видьясагар, он был. Его титул был, он подобен океану знания,
но физически он выглядел так страшненько был. И вот те, кто вайшнавы, они могут простить нас. Но если мы совершим какую-то большую ошибку, оскорбление в адрес гуру вайшнавов, то они не простят этого. Хотя все остальное они могут простить. Если мы совершаем какие-то ошибки на нашем пути, и вот камагуна – это одно из качеств гуру и вайшнавов, но это не значит, что они, что можно заниматься всякой ерундой, и они ничего нам не скажут, никак не прекратят это. И вот Шанкар Бхагаван, он обманывает обманщиков. Шанкар Бхагаван известен как обманщик обманщиков. Те, кто хотят обмануть Верховного Господа, он обманывает их. Но если мы искренне хотим совершать Харибаджан, то Шанкар, он помогает нам. И он дарует нам силу в моей собственной жизни. Это также случилось. Вот, с Махараджа в детстве что-то просил, Шива не исполнял, и таким образом он всегда помогал. И когда Нарада, он прославлял имя Шанкара, Шанкар, он очень разгневался и сказал о Брахмапутре, я не тот, кто дорог и близок к Верховному Господу Джаганатху, иначе почему он дал мне этот пост, чтобы быть ответственным за тамагуну? И вот совершать баджан – это простой путь. Если кто-то говорит, какой же, что можно просто, самое простое – это харибаджан. Самое сложное – это тоже харибаджан. Совершать харибаджан очень просто и в то же самое время очень-очень сложно. Это зависит от нашей ситуации, в которой мы находимся. И вот Шанкар Бхагаван, он контролирует разрушение этого мира, когда весь мир он разрушается, то эта сила, она в Бхагаватам описывается, что из уст Санкаршана исходит огонь, который уничтожает все материальное творение. И вот различные виды. Это пралай, разрушение мира, даже внутри нашего тела это происходит. Тысячи клеток нашего тела не умирают, и другие рождаются. И вот это ответственность Шанкар Бхагавана разрушать и наказывать. Если мы будем причинять какие-то беспокойства вайшнавам, то Шанкар Бхагаван, он явится со своим тризубцем и накажет нас. Шанкар Бхагаван, он всегда наказывает тех, кто как-то беспокоит вайшнавов. И поэтому мы никогда не должны совершать никаких оскорблений в адрес гуру вайшнавов. Если вы не хотите совершать баджан, то это пойдет, но ошибок на пути баджан и вайшнава аппарат не нужно ни в коем случае совершать. И Шанкар Бхагаван всегда защищает нас. И также
Я хотел сказать то, что когда был океан, пахтание океана, лила пахтания океана первая, эти полубоги и демоны, первое, что они получили, этот халахал-яд. Он Калкут также известен под этим именем. Он очень ядовит, и кто же будет этот яд куда его девать? Он может отравить весь мир, и эти полубоги начали молиться Господу: смотри, что случилось, яд появился, и Господь сказал, что вы должны пойти к Шанкару, он может решить вашу проблему. Шанкар, да, он достаточно могуществен благодаря своей преданности. И как это возможно для Парикшит Махараджа, что Парикшит Махарадж мог контролировать всю землю, мы не можем даже жену и детей свою контролировать. Мы не можем даже вот иногда случается, что мужчина становится слугой своей жены, а не наоборот, как положено. Хотя Парикшит Махарадж может контролировать весь мир, как это возможно, поскольку Бхакти — это Шакти. Парикшит Махарадж, он полностью предался Господу, и поэтому он обрел эту возможность, эту силу контролировать весь мир. И вот, когда все полубоги и демоны беспокоились, что же делать с этим ядом, он может же отравить все. И вот они взмолились Верховного Господа: «О Господь, найди какое-то решение, ты дал нам совет пахтать океан, но смотри, что случилось». Хорошо, не беспокойтесь, идите к Шанкару, Шанкару, да, он может помочь вам. И вот они пошли к Шанкару: Господь. Твое имя Бхава, ты контролируешь все, ты можешь спасти всех, если хочешь, и также ты можешь ты также можешь кинуть этих демонических людей в самсару. Ты также думаешь о благе всех живых существ. Шанкар, он подобен отцу, а его жена нашей матери. И мой Гуру Махарадж тоже очень любил Шанкара. Какие-то преданные, какие-то плохие комментарии говорили об этом, но пусть говорят, какое нам дело до них. А Гуру Махарадж очень любил Садашиву. И вот Шанкар иногда спрашивает: Деви, что же делать? Все живые существа, мои дети, в такой опасности. И Деви сказала, Деви знала силу Шанкара и сказала, что иди и помоги им. И вот этот Шива пошел и выпил весь этот яд, который возник из-за пахтания молочного океана. И несколько капель упали на землю, все же. И из-за этого змеи и скорпионы, они стали ядовитыми. Очень, очень ядовитыми. А весь яд Шива выпил. И после того, как он начал пить, он подумал, что Господь в моем сердце, и поэтому лучше, если этот яд он застрянет в горле. И вот так из-за влияния этого яда шея Шивы, она стала синей. Из-за того, что он не захотел, чтобы этот яд опустился ниже, поскольку Господь его сердце находится, и как-то побеспокоил его, и поэтому одно из имен Шивы – Нилаканта. Если мы посмотрим, то увидим,
как, насколько велик Шанкар. Мы увидим, что Господь очень любит Шиву, поскольку дал такое служение, чтобы спасти всех джив. Если мы можем спасти хотя бы одну обусловленную душу, то Нитьянанда и Гурангани благословят нас. Даже если одну дживу мы можем спасти, то Шрила Прабхупада говорит, Гур Нитьянанда не будут очень довольны нами, и таким образом Шанкар Бхагаван спасает всех джив. И я хочу так много сказать, но времени мало. Когда Рамачандра, он пересекал этот океан, бухту Бенгальскую, чтобы достичь Шри-Ланки, то Рамачандра, он установил один этот Шиванлинга. Почему Рамачандра сделал так, чтобы дать нам пример, как уважать преданных, поскольку Шива, он преданный Господа. И вот, видя любовь Шанкара, Рамешева сказал, вот ты, Рамешева, люди думают, что он Ишвара Рама. Ну, это глупые люди так говорят, что он Ишвара Рама. Рамеш, и какие-то люди говорят, что Рама, он тоже Ишвар, и Шанкара Ишвар. Then the linga, I mean Rameshwaran, break. И тогда это линга Рамешвара раздомалась, и оттуда Шива появился и сказал, вы не знаете ничего о Татве, я слуга моего Господа Рамы. Рамаха Джасва Исвараха, Ити Рамесвараха, my name is Рамесвар, because Рам is my Исвар. This way it should mean grammar. И вот он объяснил, что Рамешва значит, что Рама его господин, а не наоборот. И наивысшее служение дано Нанданандана Шри Кришне Шанкару. И вот в форме Нанданандана Шри Кришны он дал особое служение Махадеву как Гопешвар. Гопешвар Бхагаван ки джай. Гопешвар Махадев. И вот Гопешвар совершал баджан у Расастрали, и Шанкар Бхагаван, он хотел пойти на Расастхали очень скрыто, но Шри Чайтанья Махапрабху что сказал, о Гопи, почему я не чувствую наслаждения сейчас? И вот они смотрят и нашли в кустах Шанкар, и они поймали этого Шанкара. И но он в форме гопи был, он совершал баджан Йогамайя, и Йогамайя сказала, что это невозможно, нет. И вот он сказал, что иди, прими омовение в Брахмакунде, и я тебя украшу, переодену. И и вот Йогамая, она украсил его как-то, но так или иначе Кришна, он обнаружил его и поймал. И вот они нашли эту новую гопи и спросили, кто твой муж, кто
где вы родились, в какой деревне. И Шива не мог ничего ответить, на что же ответить. Кто? Кто ваши эти родственники, в какой деревне, и вот они начали бить этого Шиву. И Шива сказал, что не бейте, и в итоге Кришна, он сказал, хорошо, не надо бить, Шанкар мой слуга, и вот с тех пор Шанкар, Кришна благословил его, что с сегодняшнего дня ты обретешь особую силу, те, кто будут поклоняться тебе и любить всем сердцем, они могут получить доступ в расу. Не обычный Шанкар, а вот именно Садашив. И этот Шанкар Бхагаван в форме Гопиша, он там находится с тех пор, и Санатана Гасай, он поклонялся ему, и каждый день он приходил. Там была очень плохая дорога, Гопишва явился к нему во сне и сказал, «О, Санатан, почему ты приходишь ко мне каждый день так тяжело?» Но он сказал, что не поклоняясь тебе, я не могу жить хорошо, я сейчас перееду поближе к тебе. И там этот Гопишвар явился, и вот этот Гопишвар в тонкой форме, если мы будем думать, но мы должны совершать баджан очень глубоко, и тогда мы осознаем Шанкартатву. Из-за наших аргументов, логики, мы не сможем ничего понять, и мы должны следовать Гуру Варге, Санатани Госвами. Санатани Госвами говорит, мы должны следовать Шиваратри, но в отдельном настроении, как Бхакта Пуджа. Мы не должны относиться к Шиве как к Верховному Господу, это не так. Мы должны относиться как к преданному Господу. В Харе Бхакти Виласе говорится, что мы должны следовать Шиваратри как и Кадыша и совершать поклонение, предлагать листья Беллы и цветы Шиве. Если Сада Шива в форме Адвайта Гасая, то тогда Туласи мы можем предлагать, но если предлагать, но нельзя предлагать Туласи в форме Шиви, который в форме, не в форме Адвайта Гасая, а в форме Лингама, поскольку другие люди тоже будут видеть и это делать, это плохо. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, когда я объяснял Брахма Самхиту, Бхактивинода Тхакура говорит, что нужно было использовать помощь этих двух слов, Йони и Лингам. Но сейчас я хочу сказать, когда Махавишну, он являет лилу творение, что случается тогда. В Брахма Самхите говорится, что Кришна в форме Махавишна, он смотрит на Майадеви и Ситу и оплодотворяет ее своим взглядом. И таким образом в Гите говорится, под моим началом все это Пракрити, она рождает различные живые существа, деревья и все прочее. И только Кришна, Бхагаван, в Шичитане Читамрите говорится, что Махавишну взглядом, этот взгляд подобен лучу света. Он оплодотворяет эту майю, это зовется явление Двадаш Джотилингам. Двадаш Джотилингам. И есть эти 12 джотилингамов по всей Индии. И вот относительно творения, Шанкар Бхагаван, он вкладывает силу
То есть он таким образом оплодотворяет эту майю и все различные живые существа, животные, птицы, люди. Все 8 миллионов 400 тысяч видов живых существ, они рождаются. Махарадж уже говорил об этом. И таким образом можно найти в этих 8 миллионов 400 тысяч видов живых существ, и души, они скитаются по всем этим 8 миллионам 400 тысячам живых существ. Но если мы хотим прекратить наш цикл рождения и смерти, мы должны молиться Шанкару, Гупешвару особенно. Гупешвара — это особый случай. И Нарада обсуждает так много всего, и Шанкар, он дает аргументы, что иногда ну это отдельная тема, времени мало, и вот Sometimes we're not 100% inclined to Krishna consciousness. So how can we get to? Вот если мы не полностью предались не на 100%. Это что делать? И я хочу попросить вас, что вы все должны избегать лицемерия, тогда автоматически, если вы все лицемерие, неискренность ушла из вас, то вера, она автоматически возникнет. Мы каждый день слушаем Харикатху, видим божеств Гангу, и такие вопросы преданные спрашивали у моего Гурудева, а я отвечал, поскольку просто достаточно вопрос, Гурудев мне говорил, чтобы я отвечал на него. Я сказал, что смотрите, все возможности есть. Ганга здесь, Дхама, Намакрипа, Вайшнавакрипа, Харикатха здесь, но мы глупы, что не можем поймать эту милость, как подобно тому, когда идет дождь, если у нас такая емкость, сколько дождевой воды можем набрать. Если у нас большой тазик с водой, то большой тазик, то это дождь, это милости, его больше будет. И вначале мы должны избавиться от всякого лицемерия и молиться Господу. Если мы не молимся, что Господу, что без Его помощи мы умрем, то Господь, Он поможет нам. И вот мы должны избегать всякого лицемерия, всякой неискренности. Мы должны прийти к лотосным стопам. Чистые гурваги, и они помогут нам. И мы тогда сможем развить наше сознание. День за днем мы можем развить сознание. Сознание такое, осознание, полное осознание, но подобно огню. Шрила Бхактивинода Тхакур, он пример приводит, я знаю, есть искра, часть огня, но будьте уверены, если эта искра попадет в какой-то воспламеняющийся объект, как керосин или еще что-то, то это станет большим огнем. И также если мы обретем чистую саду-сангу, то наше сердце может воспламениться от этой искры милости. И такой пример мы должны помнить, если мы совершаем сад-сангу.
настоящую сатсангу. Имеется в виду именно настоящую сатсангу. Я могу сказать, говорить о стандарте, а спастись или умереть — это уже ваше дело. Моя обязанность говорить об абсолютной истине, примите вы или нет, это уже ваше дело. Поскольку я не действую как ачарья, но я не даю дикшу, и поэтому я такой... Могу помочь вам обрести абсолютную истину, если вы по-настоящему разумны, вы поймете это. Так много возможностей дано Шрила Прабхупаде, но многие люди все равно умирают, несмотря на это. Так много милости. Но все же после этого мы видим столько опасности в жизни некоторых людей, и как же ожидать? Обусловленные души, если они приходят в контакт с Великой Душой, то они могут обрести милость. Hello.